Доброе утро. Так, сегодня у нас 3 октября. 3 октября 2023 на градуснике на тайге у нас минус 2 градуса. Я сейчас слушаю новые видосы Юлии Свияши. Юлечка классная. Я ее много лет слушаю. Ну, изредка так. Она классная. Девочки, рекомендую Юлечку послушать. Она разная, она много лет. Как сказать? Постоянно меняется и одновременно остается. Очень женственная, милая и нежная. Она коуч-психолог. Рассказывает про разные ситуации и рассказывает, почему и как. Работает она в теме отношений. Листики покажу вам. Ладно, всего хорошего, хорошего дня.